Сейчас сразу поставлю картошечку вариться. Виталик сказал, что он съест штучки 3. Но она мелкая, Виталь. Давай, я сварю 3 и про запас. Ладно, уж тут была картошка у нас. Лучок далеко не убираем. Чесночок. Чесночок бы надо... Да нет, сюда положу. Я закваску выбрасывала, с ведра закваски пахнет. Сейчас быстро поставлю картошку. Скумбрия это готова к употреблению. Вообще вся рыба готова к употреблению. Дело только в картошке, по-моему. Святослав уехал по делам. Парень взрослый. Это если у кого-то возник вопрос, почему Святослава не спрашиваю. Святослава нет. Так что без паники. Есть зато кисточка, самая сладкая на планете на свете. Девочка мокрая, шерстненькая, моя носик, мой мокренький, красавица моя драгоценнейшая. Господи, как же нам повезло, что ты Маша. Ты самая красивая девочка на свете. Мое сокровище. Моя любовь бесконечная. Самая красивая, самая умная, самая милая, самая добрая. Господи, как мне повезло. Все, кое-как впихнула, чтобы... Равномерно было. Вообще дома все хорошо, порядок, чистота. Еще вчера я говорила. Все шикарно. Конечно, рукой хозяйки хочется всегда пройтись еще раз. Это нормальное явление. Но в общем и целом я могу сказать, что дома полный порядок. Вообще просто шикарно. Ой. Правда, кое-что там, ну, не на своих местах, но это понятно. Другая хозяйка была в доме. И хозяин светлый, Зоя Афанасьевна. Потому маленечко все попереставлено. Но я вам даже могу сказать, что кое-что у меня нравится, я так и оставлю. Видишь, как она поставила крышки здесь. Она чуть-чуть поменяла местами у меня кастрюли здесь, видите, жаровни, сковородки. И мне, в принципе, нравится, я так и оставлю. Главное, чтобы не забыть и все не начать переставлять, как у меня было. Вот у меня... С размещением посуды на кухне огромные проблемы. Я не умею это делать. Я в тетрис очень плохо играла. И это видно по моей кухне. Так, что тут у нас с закваской? Не знаю, вон какие-то пузырьки появились. Может, выживет. Ну, в общем, сегодня, завтра ее покормлю. Видите, вроде запузырилась. Может, моя любовь ее спасет. Я ее так о ней волновалась, так переживала. В общем, все. Картошечка варится, пойду переоденусь и поперли.